Чиновников Казахстана взяли под защиту. Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции отстаивает права и интересы госслужащих. Чаще всего это касается незаконного привлечения к дисциплинарной ответственности. По официальной статистике, в 2017 году к такой мере наказания привлечены в нашей области 890 человек. В 11 случаях решения отменены. Проводятся анализы по вопросам предоставления ежегодных отпусков, применения поощрения, обеспечения жильем, предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства и другие. Итоги анализа показали, что в 2017 году было установлено 50 фактов нарушения по выплате командировочных расходов. По выплате расходов по найму жилого помещения установлено 142 случая. Общая сумма невозмещенных расходов госслужащим составляла около миллиона тенге. По словам Ерланы Салыкбаева, эти деньги госслужащие должны получить обязательно. Для того, чтобы чиновники знали все о своих правах, а также требования закона, они проходят спецобучение. В среднем в год курсы посещают около 2000 человек. Сегодня большое внимание уделяется образованию молодых кадров. В области запускается проект «Антикоррупционная молодежная инициатива». Участникам предлагается также ознакомиться с существующей практикой антикоррупционной деятельности, формирование профессионального государственного аппарата, воспитание и формирование активной гражданской позиции. В рамках данного проекта также предусматривается создание такого направления, как школа молодых госслужащих. Результаты работы уже есть в регионе, наблюдается тенденция. Для того, чтобы чиновники защищали свои права, если в 2017 году департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции около 2000 человек обратились, сегодня большое внимание уделяется образованию молодых госслужащих. Если в 2017 году